Девчули, привет! Как ваши дела? Все хорошо у вас? Мирабалар таки пчелором насосанас и мисамас. У меня все нормально, спасибо большое. Кто беспокоится за меня? Такая, hi my dear, how are you? Люблю вас все, целую, I love you. Севьером сизе. Сегодня у нас Рафаэлки, как я уже говорила в предыдущем видео. Также у нас вот такая. Кремообразная, пастообразная. Такая вот немного жидковатая. Красная киргизская. И здесь немножко есть чуйская. Вот. Бурда. Букрема, да? Кыргызстандын кырмызы кил. Хэмде чуйская вар. Вот. Рафаэлки у меня, вы знаете, наверное, уже сказала я, из желтой, моей любимой. И ассорти мелочки. Вот. Будем кушать палочками. Ну вот как-то так, девочки мои, милые. Родненькие мальчики, потому что тут такой цвет, покушаем вот так. Такой вкус немного сладковатый. Интересно. Что залепила? Вкусно. Это полноценный ужин. Угу.
Желтая маска бывает. Яме. Вкусно. Красный какой-то запах есть, интересно. Тогда что на чок взял? Каймах тебе. Извините. Наелась. Я просто фруктов наелась. Ту тарелочку надо же было съесть. Спасибо за просмотр. Большое спасибо. И турецкие слова крутятся в голове, и по-русски немножко бывает оговариваюсь. Было супер вкусно. Вот. Так что, мои милые, мы с вами встретимся.
Дай бог, все будет хорошо. Очень было вкусно. Рафаэлки вообще вкусные. Маша сделала их от души. Честно. Намудрила еще. Некоторые вот такие, а некоторые просто вот гладкие. Видите? Они обе разные. Фантазерка еще та. Угу. Вот. Однообразное же мы не любим кушать, наверное, хотя бы. Пусть один и тот же вкус, но по-разному, правильно? Они у меня еще с Анталии. Я в Анталии их вроде делала. Насколько я помню, да. Вроде там. Тащикюредерам, так и пчелорам. Thank you, my dear. I love you. Seviyorum sizi. Öpüyorum. Gönlüm den. Спасибо, девочки, мальчики. Целую вас, люблю. Teşekkürler.